Мы за какой деревней в поле-то? За Куницыно. Деревня Куницыно. Вон между, там сзади нас. Между Куницыно и Масами. Не Масами, а городком. А, вот даже как. Поле все клевером засажено. Только он уже вырос весь. Цветов не видно. Но они, мне кажется, это его как будто срезали, да? Что-то он как перепаха. В общем, кто хочет на халяву денег, четырехлистный клевер. О, удачи вам в поиске. Я думаю, на таком поле эта возможность есть. Едем мы. Деревня-городок. Ну да. Так, в дерево бы не врезаться. Сейчас тоже кто-нибудь старинный амбар у тебя проехали. А я что-то и не посмотрел. Может, пока едем-то. Да ладно. Поехали уж дальше. Чтоб нам до ночи не ездить здесь. Там из него сделали дом. Да? Ну вообще шикарно. О, что-то я не догадался раньше так поснимать. И тебя видно, слышишь? Ну все, выехали из деревни городок. Едем дальше, пока съемку останавливаем. У нас тут как в сказке. Три дороги. Значит, говоришь, влево? Угу. Ну, поехали влево. Где мы сейчас с тобой? За городком. За городком. Отсюда не видно. Вон торчит шпиль Потакинской церкви. Угу. Теперь мы, получается, с другой стороны от него. Когда мы вот с Серегой на Клязьму купаться ездили на каменную гряду, я его с той стороны показывал. Теперь вот он с этой. Здесь вообще шикарно. С горы вот так едешь куда-то в низину. Почти как Потакинские горки, только не такие крутые. Малый. Почему? Сейчас видишь, какая дорога. А? Сейчас видишь, какая там дорога. Ты что, мы на такой машине, знаешь, куда только не проезжали. Когда у Дениса семерка была, только я не знаю, что это, семерка, нет? Семерка. Ну, тем более, видишь, признал машину. Я раньше там на пятерке тоже ездил. Это вот оттуда мы приехали. А едем, соответственно, куда уехала эта тачка. Куда-то туда. Ну, видишь, как ты заказывал. Одни быки. Как Сашка и хотел. Куча быков. Прямо по заказу. Видишь, а ты переживал. Я же говорю, они умные животные. Ну что, поехали дальше. Ну, пойдем туда посмотрим, что там. Да развернемся. Не, вообще тут шикарно, конечно.
Так, что, вот здесь на полянке бросим, да, наверное? Вот так вот, добрые, душевные люди. Здравствуйте. Скажите, а по машине как здесь проехать? Потому что получится потом, если влево на Нижегородку выйдете. Здесь. Ага. Прямо сбросают? Нет, прилетаю здесь. Так что, ну, вот оно, Потакин, ну, вот оно. А я доезжаю на него, вот это, верну. Значит, к Высокому я выехал, это, к Высокому. Да. Но на машине не бродили. Ну, вон там ребята сейчас на семерке доехали. Вот стоят там на берегу. А здесь уж пешком можно уйти. Да, там гора. Тоже гора, да? Там гора. Не, ну по ней на машине съедете спокойно. Там более-менее нормальная дорога. Это за Потакиным, да? Это да, в Потакино заезжаете. Я здесь бывал. Но 50 лет назад. Да? Да, вот в Потакино здесь была жета, как его, ну, переправа, как бы, перевоз здесь был, перевоз. И вот, значит, на перевозе, а там озера, там выше Канбары. Там на том берегу три деревни, я смотрел пока. Ну вот мы на том берегу лазили, вот, за поворот. И туда дальше, и там вот эта база отдыха-то на том берегу. Я уж не знаю, как она называется. Ну, в эту, Пенкино. Да, где-то. Ну, это Камбары и еще МВДшные сюда ближе. Их две. Будем знать. Нет, на слушай. На той стороне-то. Здесь вообще шикарная природа. Раньше комсомол вперед. Ну да. Я бывший пионер. Мне-то уже 70, я все инстанции прошел. Не, я уже в комсомол не попал. Зараза, вот здесь вот коряг, я забрасывал, 4 раза забросил, бац, все кидает. Ну вот. Блесну оставил. А мне не хотелось ловить, я хотел покидать. Значит, коряга тут, да? Коряга ужасная. Так вот и не знавши, да? Ну, вроде как. Получается, дерево стояло. Не знаю. Смотреть-то. Может, ее принесло откуда. Я попробую, ну, сходи, посмотри, я тут. Болотины. Я тут побуду пока. Вот это, так на машину сейчас ориентируйтесь. И там от машин дорога будет. Ну, посмотрите потом. Как раз там на машине проедете. Там такое поле место, думаю, плохое. Надо сначала эти пожрать. Ну, вон нас видно теперь обоих. В общем, нам дед рассказал всю историю от 61-го года. Я уж записывать не стал все подряд. А то мало ли что. Это вот дорогу так слышно? Да. Нет, мне кажется, комбайн едет по полю. Понял. А еще дед сказал, вон там дед коряга. Я купаться хотел, а теперь что-то как-то стрёмно. Уж не знаю. Может, искупаюсь. Все. Так, салон дотронься до коряги. Да не, я не про это. Я имею в виду нырять стрёмно. А, вон это что такое. Ну, с виду удобно. Не, я говорю, маленький. Изучал, она на меня посмотрела. Три кекса, что тут типа есть-то.
Не. Так. Ну ладно, сейчас посмотрим. Что-то солнце зашло. Вон кто-то утопиться хотел. Какой-то олень, наверное, хотел себе так на шею и в клязьму. От несчастной любви, наверное. Наверное, от сетки, да. От какого-то якоря, от лодки. Ладно, надо Сереге звякнуть. Офигеть! Здесь оказывается 4G. Теперь на Клязьме нельзя скрыться. Раз здесь есть 4G, грех не отправить отсюда видео. Историю? Ну да, не, ну не в историю, просто сейчас выложу. Такая красота. Вон там к нам тачка какая-то едет. Сейчас посмотрим, что. Вот, только что она проехала по куче. Сейчас такие дробовики достану. И нас с тобой. Вон туда. Во. Будем транспортировать Сашкин аквариум. О, пошло. Эх ты, ё-моё. Нет, тут ил. Тут не песок. Холодно. Так. Ну да, вода уже остыла. Не, ну, в теории я сейчас залезу. Сейчас, подожди. У меня ноги привыкнут. Выключи пока. Все, я пошел. Так. Вот палка какая-то. Я и говорил, стрёмно, незнакомое место. Так, ну чё, ладно. Сейчас я ещё макнусь. Знаешь, чего вот только меня видно? Угу. Не, просто ты куда-то туда как будто держишь. Я где? Я не посередине экрана, да? Посередине. Да, а мне кажется, как будто туда. Вот столько вот от одна ноги мёрзнут вообще капитально. Кайф. Сейчас еще привыкну. И на третий раз точно подальше зайду. Там уж резко дергаешь, оно все равно резко стеряется. Не, ну реально. Вот столько от дна мерзнут ноги. А так вот сейчас уже я стою, мне не холодно. Сейчас меня еще чуть-чуть обдует. Да я могу сам вот сюда отойти. Сейчас немного обдует. И пойду. О, сейчас как раз солнце выйдет, все четко. Самое главное, что у нас это хорошо слышно. Запись. Так, ладно. Ну где там солнце? О, еще чуть-чуть, сейчас как раз выходит. Да, его плохо будет видно. Все, я пошел. Реально тут. Эх, блин, вот здесь уже дно хреновое.
Знаешь, из чего? Из каких-то мелких этих. Может, ракушки. Слушай, а вот здесь течение мощное. Да хрен с ней, с рекой-то. Реку я уже снимал. Не, красота. Не зря эти старые бабушки в Малоурсове купаются. Им по сколько? По 65 лет. Чё, все. Видно меня? Угу. Сейчас не будет уже видно. Видно. Ну что я могу вам сказать всем? Офигенно. Солнце вовремя вышло. Надеюсь, я не навернусь. Ну вот. Опа. Ха-ха. Фига течение тут. Не, ну сносит хорошо. Здесь потому что, наверное, потому что поворот. Да, круто. Да? Сейчас последний раз макнусь и выхожу. А? Ну, конечно. А потом придется новый покупать. Этот сразу утонет. Нет, шикарно. Я не знаю. Наши планы. Залезть вон на ту гору. Посмотреть, что там. Ну чё? Пока ничего не видно. Я не знаю, как я в этих тапках туда полезу. Ой. Ё-моё. Да по такой-то грязи. Хорошо, если не скатимся. Ну чё? Фу! Отвык я лазить по горам. Это было круто. Я не знаю, слышно будет, нет. Надо эксперимент. Где тут микрофон? Да корову-то хрен с ним. У меня сердце ботает. Я вчера просто этого... флеша банку выпил. Вот сегодня результат.
Ты говоришь это. Вот заблудился как он, да? Столько лет в лес ходит. Мы вот когда с Витькой искали его с этими, с Лизой Арлетт-то. Нет, Алерт, Лиза Алерт. Вечно я путаю название. Вот. И он нам говорит, с кем мы в группе шли. Всегда человек, который постоянно лет 40 вот ходил в этот лес, он в нем обязательно теряется. В один прекрасный день раз и потерялся. Где-то дерево, говорит, не то выросло, где-то это. И вот поэтому он и потерялся также по этому принципу. Он говорит, постоянно, сколько людей, говорит, до дороги, говорит, не доходили 20 метров. Там девка какая-то такая была мощная, с ножом с таким на поясе. Вот она тоже рассказывала там, сколько народу, сколько всего, вот прям бывает 30 метров не дошли до дороги. Сидят, все, сил нету. На это прикинь, сколько, 6 дней его не было. Без воды. Тоже не представляю, что же он пил. Но он, видимо, ничего не пил. Может, наша заблудиться, там вся дорога проходит, тут, наверное, протекает. Я тоже не представляю. Вообще, вот мы в Навкинский лес когда пошли, я говорю, ну не может вот тут быть человек. Просто по одной простой причине сюда никак не попадешь, ты на дорогу бы все равно вышел. Ну, да. Вот. Но зато ты бы видел, какой там лес, ты бы офигел. Что за гриб? Березы, ну, старые уже. В общем, нам он не подходит. И вот смотри. И вот здесь зимой так скопится. Ну да. Мы, считай, искали ночью. А ночью, я так понял, они ищут, чтобы этот человек на месте сидел. Никуда не двигался. Там же на отклик кричишь человека. Но там сразу было понятно, что там нет никого. И видишь, его нашли именно в районе Каменного. Ну все. Вроде я отдышался с непривычки. Ну что, спускаемся вниз? Не, спуск вниз я снимать не буду, а то я точно навернусь. Не надо. Я чисто поэтому. У меня нет протекторов на этих подошвах. Я в слепах, ё-моё. У меня вот эти слепы, что китайские, да? Ну, который с Алиэкспресс. На них и то протекторы, как на берцах. А здесь он нету ничего. В общем, надеюсь, я не упаду. А ну, видишь, еще что хреново. Здесь это, грязище. Фу, удивительно. И не упал. Сам на себя удивился. Так что вот так вот. А вставку, наверное, я в конце сделаю. Где мы ночью в лесу ходили. Меня поразило то, что люди приехали с этих, как его, с Вязников. Блин, опять не Киржач, а с Кольчугина, еще откуда-то. Там Камешковских были вот только мы и сын его, и еще кто-то. А ты как на них вышел? Меня Витька позвал. Ну, а Витька друг сына его. Женьки? Да. Ну, если он Женька. Я не знаю точно, как сына-то зовут. Я его лично не знаю. Я этого мужика почему знаю, на Мензе работал, когда я там работал. Да, но я помню лицо знакомое, а вспомнить не могу, где его видел. Мы скоростной поезд не будем ждать, да? Подождать хочешь? Блин, я не знаю. Мне что-то неохота. А поезд и правда был скоростной. Я даже селфи-палку не успел достать. Нам сказали, что он отправляется из Торова только. И все, на. И нету поезда. Ладно. Хер с ним. Сейчас вон тот поедет. Опа. Ну что, погнали? Я уж пехом в этой трубочке опять пройду. Я тут забыл, я уж башкой-то чиркаю, нет? А, нет.
Но все равно как-то стрёмно. Такое ощущение, что сейчас все-таки прошел. Не, да ладно, хорош. Не пугай народ, на. Так, а вот здесь я точно, мне кажется, головой не впишусь. Ну-ка. Стоять не могу ровно. Опа, ребята. Придется нагнуться. Пригнуть голову, ё-моё. Да, угарно. Тебе надо шапку военную, камуфляжку. Вообще будешь вылитый Варк Викернес с такой бородой-то. Ху, ну чё там? Сколько у нас время? У тебя далеко часы? Остановки четвертого пути. 18:41. 18:41. Ну сколько нам еще? Час, да, ехать? Поезд отправляется на остановке четвертого пути. Что-то с меня вообще пот опять течет дуромно. Я там, короче, еду через эту. Мне мошка попадает, и тут как раз такая движуха около нас. Я еду, у меня, блин, тут все сливается к черту. Да видел я такое, еду, глаз все вытаскивал, да. Ладно, поехали дальше. А то сейчас нас в террористы определят. Скажут, что-то стоят тут, снимают. Вот прикинь, сколько он, интересно, ждал, когда этот скоростной пролетит. Тут такое ощущение, что посыпали щебенкой. Когда я последний раз тут ездил, такой херни не было. Но, походу, кто-то щебенку спер всю себе куда-то и продал. А тут так, блин, камушков набросали. Что-то Санек пропал куда-то. Походу, он не видел, куда я поехал-то. В остров, что ли, повернул. В общем, короче, если ты не нашелся, ты, наверное, поехал в остров. В общем, Санёк куда-то пропал. Сейчас позвоню ему. В общем, он поехал в остров, а я поехал вдоль железной дороги. И меня зажрали. В общем, ладно. Санёк, досмотришь это на Ютубе. Меня тут кто-то спрашивал, почему футболка поверх кофты всегда. Я уж забыл, кто, правда. Там уж пока едешь или идешь, футболка вся сырая, а кофта сухая в рюкзаке. Поэтому я так и одеваю. И надпись. Да и вообще раньше так модно было. Поэтому... В общем, я уже в стороне дач. Больше я, наверное, снимать не буду. С Саньком мы там потерялись. Ну, что теперь сделаешь? Ну, в общем, adios amigos. We'll be right back.
все-таки снял туман по всему полю. Я тебя не сфоткал, короче. Вот такую тут табличку поставим. Ух-ты. А то не сегодня-завтра они ее под замок закроют. Фиг попадешь. А? Да нет, оно и было завешено. Ну чё, тишина, а? Тишина, говорю, везде. Опа, дом какой-то. Ага. Да уж. Гаражи, блин. Нам туда. Ну да. Ну он тут помойка. Две плащ-палатки не тянул и охуенно штаб. Ну да. Максимум перешли и разгибают еще. И? Я говорю, местные наркоманы пришли и разгибают еще. Да.
Что тут все черным покрасили? Под кошку сделанная, да? Сушами. Да.